Всем доброго времени суток. Ну вот про что и была речь. Вскрылась ее опухоль, киста. Вот она. И она немножко дотягивается до нее. Нет, не дотягивается. И вот она вскрылась и портит внешний вид. Нет, дотягивается, вылизывает его. Нельзя, фу. Вот видите? И она нализывает ее. Может нализать так. Бел. Может нализать так, что будет плешина там. Фу. Вот. Сейчас дадим им творога. Все-таки она рванула. Она предупреждала то, что в ноги садись, садись. Что ты, не машина. Вон соску твою, смотри. Соску твою. Видишь, украл. И вот они на боку теперь. Испорченный бок. Вот она открылась. И как твороженое выходит оттуда. Ну. Бел, ты сама с собой что ли? Ты какая-то. Бел, дурдом ты делаешь. За твоим положением тоже нельзя так рисковать. Ну, будем вырезать потом, что делать. Выставку ты сейчас разрежешь, и не дай бог, и ты на выставку не попадешь. На ногу сел мне. А удобно на ноги себе. Сейчас я по карманам распихаю. Каёр, а что ты там делаешь? А? Ну все, на боку у нее теперь пятно вскрылось у нее. Вчера не было, тут рвануло. Но это, она сказала, если не убрать, то, видите, на боку теперь, то она будет периодически накапливаться, а потом будет, ну, прорываться, если не убрать. И будет это. Вот такая фигня. Она будет нализывать. Она... Пойдем, творогу дам. Пойдем, творогу дам, пойдем. Лайки пошли, творогу нашли. Да, белка, чуть-чуть киста это не дотянула. А этот... Чё ты? Морда. Чуть-чуть, Бела, чуть-чуть. Блин, до выставки осал. Чёрта ничего. Чуть-чуть. Давай потом кашу. Блин, куртку всё. Второй. Блин. Ну, буду намывать, расчесывать как-то. Пятно это. На сразу второе. О, чёрный какой. Все ждут. Каюра, ты с соской, да? Бел, ты чуть погрызла, мясо выбрал какое-то, и все. Гоу, скажи. Не у. Не у.
за 5 секунд сейчас. Не нервируй ее, иди к себе. Иди к себе. Садись. Сидеть. Сидеть. Чеза, сидеть. Чеза, сидеть. Чеза. Чеза, сидеть. Чеза. Чеза, сидеть. Чеза, сидеть. Сидеть. Уйдет сейчас. Иди ко мне сюда. Иди ко мне. Каюшек себе пойдет. Сядь. Сядь. Сидеть. Сидеть. Не голос. Сидеть. Сидеть. Чеза. Чеза, сидеть. Не хочешь садиться. Сядь. Молодец. Голос дай. А прыгать? Ну зачем надо прыгать? Вот скажи. Сядь. Сядь, сидеть. Иди сюда. Сидеть. Сидеть, я говорю. Сядь. Чуть грубо, она повыше голос, она сразу это. Иди ко мне. Ко мне иди сюда. Вот, пальцы оближи. Иди сюда. Иди ко мне. Садись. Садись. Чез. Сядь. Чеза, сидеть. Чеза. 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 Сидеть. 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 Что, трудно жопу посадить? Сидеть. 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 Нюхай. Иди ко мне. Иди ко мне иди сюда. Чеза. Ешь кашу теперь. Каюр, иди сюда. Иди ко мне, Каюр. Выходи. Каюр, иди ко мне. Каюр, нельзя. Иди, открывай. Молодец. Дай голос. Каюр, дай голос. Каюр, голос дай. Каюр, голос. Каюр, голос. Молодец. Ты вообще аристократ у меня. Тебе не хватает вилки, ложки. И так далее. Творожок свежий, он даже не успел это. Тебе сейчас, ты у меня все съел, ешь, я сейчас тебе кашу принесу. Ешь, ешь. Что морда? Сейчас Каюр зачерпну каш. У вас каши полно. Деловые. Каши. Вот правильно. Кушай, кушай кашку. Творог она собирает. Крошки. И ты ешь кашу. Что-то меняется, они капризничают. Это бывает такое. Ежи, Каюр. Никто голодным не останется. Там мясо, курятины полно. Засорять, значит, скажу теперь больше. Косточки и всю... Из этих вкусняшек я прекращаю давать. По крайней мере, злате точно. Потому что не засорять ей кишечник. И чтобы он не забивался, я накушала спокойно обычную еду. Кашу с мясом и с чем я варю, да?
И иначе, если я и засорю сейчас кишечник, полностью организм, вот этими косточками и все вот это вот, то мне будет тяжело будет щенками рожать и так далее. Поэтому чем... Сейчас, Влад, я тебе просто добавлю. Поэтому еда идет на обычную еду и так далее. И опять полностью. Там сверху кусок какой-то, посман лежит, мясо. Все. Ой, блин, минус один, минус два, сейчас будет холодать. До минус 5-6, здесь еще больше. Ну вот, в принципе, еда есть, вода есть. Морда. Бел. Такая чума маленькая. Ну, видите, какое пятно. Пятнышко. Будет как твороженое выходить. Но я думаю, я отмою. Почешу сейчас этот. Лишь бы не разлезал. Если разлижет, не знаю, поговорю я с кураторами выставки, повезу я или нет. Иначе операция, потом она выставку пролетает, и да, она нам не к спеху, мне главное потом. Она поедет тогда со Златой потом. Ну, деньги сгорят. 2500 улетят. Посмотрим. Для РКФ это будет невыставочный вариант. На нашей охотничьей все поймут и так далее. А здесь нет. Здесь в основном вся красота, экстерьер, шубка и так далее. Видите, как не вовремя. Может быть, надгрызла, достала. Не нравится ей, мешает что-то, тревожит ее и так далее. Посмотрим. Она прорвалась. Ну, а в дальнейшем сейчас, вот, после выставки в апреле, ешь, мясо там полно, мясо капризничает. Все стоят возле мисок, но ждут что-то еще. Одна Златка вам отдыхает, ей тяжеловато, она лежит. Вот. Ждем, еще раз скажу, щенков ждем к концу марта, начало апреля. Вот. С 25 числа. Немножко осталось. 25 я уже буду за ней присматривать капитально. 26, 27, 28. И вот эти вот начинаются такие дни. Вот. И самый максимум, что они могут уходить, 63 дня. Либо начало апреля. Посмотрим, как пройдут все это дело. Все это впереди. Ладненько. Пусть они отдыхают. Пойду я там занимаюсь делами, и мне надо посмотреть документы. И ваши заодно достану наверх, положу, хотя не убраны. Приеду, займусь капитально, уберу. Нет, Бел, давай не разлизывай только, ради бога. Все, увидимся на каналах, всем всего хорошего. И в соцсетях, фотографии сами знаете. Ой, и короткие ролики, это Инстаграм, ТикТок и так далее. Все, всем пока.